Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Крылья Советов полюбовно расстались с игроком Ювентуса. Самарские дзюдоисты лучшие в Поволжье. Медальный хет-трик на счету сборной по кёрлингу. Три медали прикатила сборная 63-го региона по кёрлингу с первенства Приволжского федерального округа. В Самаре за награды камнями шумели юноши и девушки до 19 лет, еще из Татарстана и Башкортостана. Всего 7 женских и 5 мужских команд. Отбор-финал проходил по кругу, когда все сыграли друг с другом плей-офф по олимпийской системе на вылет. В результате сборная Самарской области трижды поднималась на пьедестал почета. У юношей серебряные и бронзовые медали, девушки стали чемпионами ПФО. Еще больше наград у дзюдоистов. 10 медалей привезли сборники со всероссийских соревнований. В Оренбурге за награды боролись юноши и девушки до 18 лет. Регион представляли 27 спортсменов. На их счету 3 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Скандала не получилось. Кристиан Паскуато опроверг информацию о претензиях к крыльям Советов. Якобы итальянского футболиста обманули почти на 7 миллионов рублей. После годичного контракта с самарским клубом форварду не выплатили обещанных денег. Нападающий Ювентуса уверяет, что это неправда, и с крыльями расстался полюбовно. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!